Здравствуйте, дорогие друзья! Это третья часть лекции про безопасность в соцсетях. Сейчас я вам расскажу про то, как безопасно публиковать фотографии своей семьи и детей. Во-первых, к нам неоднократно обращались родители с вопросом, можно ли таким образом сглазить ребенка. Вопрос несколько странный, кажется. Но есть много свидетельств, что вот выложили фото ребенка, ребенок был здоров, и через несколько часов после того, как выложили фотографию, заболел и прочее. На самом деле не очень важно технически, существует ли сглаз или существует какой-то другой механизм. На самом деле это совершенно не имеет значения. Имеет значение только то, что вы выложили фотографию, например, ребенка, и вам некомфортно. После этого вы видите, что ребенок заболел, и вам еще более некомфортно. То есть вы себя загоняете в очень неприятную психологическую ситуацию. Поэтому мы не будем здесь касаться вопросов экзистенциальных, а просто поговорим о том, как правильно проводить психогигиену в публикации фотографий. Когда вы хотите опубликовать фотографию себя, ребенка, семьи, вы должны в первую очередь определить, зачем. То есть нужно определить цель публикации фотографии. Это для бизнеса, это для того, чтобы сообщить друзьям, родственникам о чем-то. Это просто вот у вас художественный портрет или еще какая-то цель. Исходя из этой цели, нужно определить, какой именно должна быть фотография. И анализируем отдаленные последствия. То есть, если, например, это художественный портрет вашего ребенка, то, значит, вы должны оценить, как это смотрится со стороны, в чем вас, какие чувства это вызывает у посторонних людей. Потому что дети в интернете – это вообще особая тема. Существуют педофилы, существуют целые сообщества их, существуют еще другие вещи. Если ребенок постарше, то там еще другие опасности. Короче, в первую очередь оцените, как бы по тому, какая фотография, оцените, как это будет воспринято посторонними людьми разных категорий из разных групп. Естественно, фотографии, в которых, так сказать, плохое качество и невозможно рассмотреть детали, они, вероятно, самые безопасные. Просто почему? Потому что просто на них почти ничего не видно. Видно общий сюжет и все. Такие фотографии можно выкладывать спокойно. Раньше это было легко, потому что, например, все, ну, практически все смартфоны давали фотографии очень плохого качества, и можно было спокойно, не раздумывая, выкладывать, потому что при увеличении фотография теряла все свои детали. Сегодня смартфоны дают очень высокое разрешение, и поэтому фотографии получаются просто профессионального уровня, поэтому здесь нужно быть еще более осторожным. Если все-таки нужно выложить фотографию ребенка, например, с целью бизнеса, скажем, ребенок позирует в какой-то рекламе, например, вы продаете детскую одежду, скажем, самосшитую, вы берете своего ребенка в качестве модели для того, чтобы продвигать то, что вы сделали, то это значит, что фотография должна быть постановочной. То есть ребенок должен быть тщательно одет, тщательно причесан, он должен, как бы, находиться он должен в такой позе, что нет сомнения, что это именно постановочная фотография. Ну, собственно, так, как мы видим на рекламных фотографиях крупных брендов одежды, например. То есть получается, что это больше художественный портрет вашего ребенка, при этом цель там не ребенок, а одежда, которая на нем. То есть понятно, да, что ребенок не находится в центре как цель, а в центре находятся какие-то другие детали. То есть, например, люди, которые откроют это, то в первую очередь они могут отметить, какой симпатичный ребенок, но это будет вторичная мысль. Первичная мысль будет, ой, какое на нем платьишко или там, не знаю, фартучек. Ой, а вот бы моему ребенку тоже такое, да. Вот это правильная реакция на фотографию вашего ребенка. Обязательно обдумываем, кто и как может использовать эту фотографию во вред ребенку. Но при этом не впадаем, естественно, в маразм, потому что маразму нет конца, и можно довпадаться до того, что просто вообще уже ребенка запрете дома, и никто его не будет видеть. Обязательное правило, что никакие интимные моменты
ребенка, и ваши с ребенком в интернет попадать не должны. То есть, например, вы купаете ребенка в ванной, ребенок голенький, там, в воде и прочее. Это, конечно, очень все мило, как теперь говорят, ми-ми-ми, но лучше это оставить где-то для себя. То есть, когда вы, так сказать, имеете дело с вашим ребенком и с его будущим, всегда думайте о том, какие могут быть последствия, и лучше всего от некоторых вещей воздержаться. То есть не выкладывать узнаваемые фотографии без одежды, никаких вот таких вот суперинтимных моментов. Выкладывать более строгие фотографии. Например, если, скажем, ребенок со взрослым, то значит тоже ребенок со взрослым, между ними должны быть четко как бы отношения ребенок-взрослый. То есть никаких там обнимашек, никаких мимимишек. Если вы хотите такое выкладывать, то это должно быть соответствующим образом защищено там, с помощью всяких средств интернета. И опять же, нужно всегда учитывать, что фотография может быть украдена из-под замка и положена в открытый доступ. Собственно, к интернету вообще следует относиться как к публичному пространству. Вот, например, скажем, есть рыночная площадь. Вот вы пришли на рыночную площадь, что вы будете на ней делать? Будете ли вы на ней показывать ребенка в таком виде или в ином виде? Вот просто у вас должно быть это ощущение, что интернет – это как рыночная площадь. Какие бы замки вы там себе не, так сказать, не наопределяли, всегда надо знать, что это временно, и у вас нет контроля над тем, куда может попасть эта фотография. Может быть, вам повезет, никто этим не заинтересуется, и это, так сказать, там так и останется, и в итоге уйдет в архивы в какие-то. А может быть, кто-то таки, да, заинтересуется, и будет это выложено в публичный доступ, и будет тогда именно та ситуация на рыночной площади. Если вам очень хочется сохранить для себя всякие интимные моменты, там, как ребенок, например, купается в ванной, не знаю, что еще, то это ни в коем случае не надо класть, так сказать, в общий доступ, это должно быть где-то в очень таком защищенном месте, то есть чтобы вы знали, что это не украдут. Но если там нужно будет когда-нибудь в будущем, то вы сможете это найти и увидеть. Так что правило, что то, что сегодня под замком, завтра может оказаться в открытом доступе, оно должно быть в голове у каждого родителя, который выкладывает фотографии свои, своей семьи, своего ребенка. И всегда обязательно нужно учитывать, как среагируют окружающие, какие могут быть последствия. Причем оценивать нужно разные группы людей. То есть как друзья посмотрят на вот эту фотографию, как посмотрят родственники, а не обидится ли кто, а как посмотрят на работе. Вот если, например, скажем, кто-то выкладывает свои фотографии в бикини где-нибудь там под пальмами, а при этом, например, взял больничный на работе, то нужно всегда учитывать, как на это, так сказать, посмотрят у вас на работе. Потому что это такой момент очень тонкий. И потом, скажем так, извиняться будет невозможно. То есть эти извинения просто никто не примет. Вот вкратце основные положения. Если есть еще вопросы, то пишите нам. До свидания, всем хорошего дня.